Фата вместе со Скитером пытается выйти. Скитер в наглую врывается в Бигнума. Бигнум успевает закинуть Хекс, но получает касточку. И, по-моему, приезжает в таверну. Но какое-то время еще поживет. Еще повоюет Бигнум. Давай, Млеща, хорошо. Скитер, правда, там уходит далеко. Сейчас уже Бигнум отвалится после действия Аганима от ВК. Арена шикарная. Туда же прыгает Скитер. Минус Инвокер. Какое-то время, конечно, живет, дает стеночку. Но Палантимус не может догнать Скитера. Слетает очередной стан. Равага шикарно. 33-го по двоим героям. Команда Юник. Война до конца. Избивают здесь Урсу. Урса тоже отправляется в таверну. Палантимус очень битый. Палантимуса можно было бы добить. Но у него там реинкарнация есть, поэтому это себе дороже. После этого будет замедление, из которого ты можешь не выбраться.